у нас обнаружен 23.07. Суток. Города Москвы. О, отлично. Пакет можно? Так, давайте, да. Один, два? Два. А, один. Два чуть много. Карты магазина нет. Дальше с паком. Давайте. 10 баллов это 1 рубль. Исчисление баллов идет со всего, кроме табачной продукции, так же как и списание. Хорошо, спасибо. Еще ее нужно будет активировать для того, чтобы списывать баллы. Активируем. Это можно по номеру телефона, либо через смс, или зарегистрировать на сайте. 10 баллов 1 рубль. А за это начисляется? Да. Отлично. 257. Еще вот здесь на чеке вы можете видеть, сколько вам начислилось и какой общий баланс. Так. Чек мой, да, получается? Два тортика. Отлично. А теперь зовите администратора и возвращайте мне денежки за два тортика. И заберу бесплатно свеженькие. Здравствуйте. Хочу у вас забрать вот эти два тортика, только свежих. И получить денежку. Они до 23-го? Не до 23-го. Ой, не до 23-го, до 30-го получается. Сегодня 31-го у нас. 7 суток годно. Даже до 29-го они получаются. Ну, в любом случае, возвращается только один тортик. Ну, давайте один. А чек можно мне на запмай? Чек я могу так купить. Давайте купим. Или вы можете мне мой отдать, я себе купил. Спасибо. Такс. Это у нас город Люберцы, ТЦ «Фламинго».